Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Бричева. На очередном планерном совещании были обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные сферы деятельности муниципалитета. Более подробно в нашем первом сюжете. По поручению главы района очередное еженедельное планерное совещание прошло под председательством первого заместителя Руслана Ямыкова. В работе совещания принимали участие заместители главы, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. По традиции были обсуждены вопросы, касающиеся оказания помощи нуждающимся семьям мобилизованных, достижения KPI показателей, санитарного состояния населенных пунктов. Данные вопросы рассматриваются еженедельно и находятся под постоянным контролем главы района. Одной из главных тем планерки стала диспансеризация населения. Информацию о проводимой в Центральной районной больнице о работе в данном направлении доложила врач-терапевт районной больницы Саида Джамирзова. Деятельность кабинета медицинской профилактики направлена на координацию, организацию и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Одним из нормативных документов работы этого кабинета является приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года номер 404-Н об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Главной целью этой работы является выявление на ранних стадиях болезней системы кровообращения, в первую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических заболеваний легких. То есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности. Выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний, высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения, пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности. Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа. Также выделяют такой вид осмотра, как углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Она представляет собой комплекс мероприятий, который проводится как самостоятельно, так и дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру. Диспансеризацию углубленную могут пройти пациенты не ранее 60 календарных дней после выздоровления. Годовой план проведения профилактических мероприятий среди взрослого населения Кашхабрского района. Диспансеризации подлежат 7014 человек. На сегодняшний день выполнение годового плана составляет 19,3%. Углубленная диспансеризация 1125 человек, выполнена 12% от годового плана. Профосмотры 1077 человек, выполнено 20,2%. План и выполнение за первый квартал. План за первый квартал по диспансеризации 1755, выполнено 77,4% от плана. Углубленное 282 человека прошли, процент выполнения 48,2%. Профосмотры 270 человек прошли, это 80,7% от плана первого квартала. На второй этап переведено 386 человек. Учитывая наше отставание от плана первого квартала и сезон отпусков летом, перед нами стоит задача выполнить большой объем работы в апреле и мае. В заключение своего доклада хочу обратиться к администрации района и главам сельских поселений с просьбой оказать содействие в привлечении населения к прохождению диспансеризации. Особое внимание хочется уделить населению, которое не обращалось за медицинской помощью в течение 2 и более лет. Чтобы пройти диспансеризацию, жители Кашхабрского района могут позвонить в колл-центр поликлиники, записаться на сайте государственных услуг Российской Федерации, либо обратиться в регистратуру поликлиники или к своим участковым терапевтам. В ходе планерки были обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные сферы деятельности муниципалитета. Подводя итоги совещания, Руслан Ямыков нацелил присутствующих на совместную плодотворную работу. 5 апреля в администрации района прошел семинар-совещание с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
По поручению главы региона Мурата Кумпилова в Кашхабском районе прошел семинар-совещание с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Республики Адыгея. Мероприятие было проведено Комитетом Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления совместно с сотрудниками управления главы республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В работе семинар-совещания приняли участие заместители глав, председатели Совета народных депутатов и контрольно-счетных органов, главы поселений, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Кашхабльского, Шавгеновского и Красногвардейского районов. Прибыли сюда по поручению главы Республики Адыгея, нашего лидера Кумпилова Мурата Карамзиевича. Цель нашего визита сегодня не допустить срыва декларационной кампании, хотя времени осталось не так много до ее завершения, но тем не менее мы пройдемся по основным изменениям, которые были внесены в методические рекомендации Министерства труда. Мой заместитель сегодня Тучин Дмитрий Александрович озвучит основные изменения, которые были. Ваша задача как глав поселения, как ответственных по профилактике коррупции, держать на контроле коллектив, с кем вы взаимодействуете, всячески оказывать всестороннюю консультативную помощь. Специалисты ответили на вопросы и разобрали типичные нарушения, выявляемые при приеме и анализе деклараций государственных служащих. В рамках совещания обсуждались особенности применения методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда России по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. В частности, лицам, ответственным за работу по профилактике коррупции и иных правонарушений в государственных органах, рекомендовано доводить положение методических рекомендаций до работников, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, анализировать их с целью минимизации коррупционных правонарушений и негативных последствий. В целом, семинар прошел продуктивно и познавательно. Состоянию аварийности на дорогах регионального и муниципального значения, снижению смертности в ДТП, а также принимаемых мерах по обеспечению безопасности на дорогах было посвящено заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения. Плановое заседание Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы администрации Кашхабльского района, председателя комиссии Заура Хамирзова, состоялось 31 марта в администрации района с участием глав поселений, руководителя управления образования района. В работе комиссии принял участие начальник отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, представители Кашхабльского ДРСУ, службы судебных приставов. Первым вопросом члены комиссии заслушали отчет о состоянии аварийности на дорогах регионального и муниципального значения, принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, с которым выступил начальник отделения ГИБДД Азамат Курашинов. За три месяца 2023 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, при котором 5 получили телесные повреждения. В прошлом году у нас было 5 ДТП также, при котором 2 человека погибло и 8 человек получили телесные повреждения. Также сотрудниками отдела ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушения правил дорожного движения, как в ходе надзора за дорожным движением, так и по линии пропаганды безопасности дорожного движения. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий отделом ГИБДД проделана следующая работа. Организовано и проведено 12 профилактических мероприятий. Из них по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 10. Проведено 5 профилактических бесед по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях. 10 профилактических бесед по безопасности дорожного движения в общеобразовательных организациях. В районной газете «Кашхабльские вести» опубликовано 13 материалов по безопасности дорожного движения. Вышло 3 сюжета на телевидении Кашхабльске. В ходе повседневного контроля обследовано 100 километров уличной дорожной сети. Составлено 4 административных материала, из них 2 административных протокола на должностных лиц на неудовлетворительное содержание автомобильных дорог. Также за 3 месяца 2023 года на территории Кашхабльского района угон автотранспортных средств не зарегистрировали.
принадлежит за дорожным движением при проведении массовых мероприятий, выявлено 63 административных правонарушения. Начальник управления образования Асиат Берзекова доложил о проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях района. В соответствии с комплексным планом мероприятий по предупреждению муниципального образования Кашкарский район детского дорожно-транспортного травматизма с января месяца 2023 года в образовательных учреждениях проводятся плановые и внеплановые мероприятия. Это работа с обучающимися, классные часы, учебные занятия, направленные на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, изучение правил дорожного движения, правил поведения на улице и на дороге, изучение правил организации массовых перевозок на школьном автобусе по маршруту школа-дом-школа. Ежегодно в соответствии с календарем мероприятий по вопросам развития системы профилактики дорожно-транспортного травматизма во всех образовательных учреждениях района проводятся недели, месячники безопасности, посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Все обучающиеся первых-четвертых классов обеспечены светоотражающими жилетами. Во всех образовательных учреждениях имеются разработанные и утвержденные паспорта дорожной безопасности. Ведется информационно-пропагандистская работа на педагогических советах, родительских собраниях, на плановой основе рассматриваются вопросы о состоянии работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определяются меры повышения эффективности данной работы по необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, запрещение детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет с разъяснением требований законодательства о возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей, о необходимости использования детьми светоотражающих жилетов в темное и светлое время суток. В проведении всех мероприятий активное участие принимают инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД, МО, МВД Кашкабльске и общественные организации, а также вопросы безопасности дорожного движения широко отражаются в средствах массовой информации, социальной рекламе. Информация размещается на сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях. Вопрос содержания автодорог на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения рассматривается регулярно. Вот и в этот раз о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения доложил главный инженер акционерного общества Кашхабльский ДРСУ Азамат Кашиев. Важнейшим показателем автодорог, характеризующим транспортно-эксплуатационное состояние в различные периоды года, относят скорость, пропускаемость, безопасность и непрерывное движение автомобиля. Данный показатель зависит от эффективности мероприятий и работ по содержанию автомобильных дорог. На сегодняшний день содержание автомобильных дорог общего пользования является основным видом деятельности Кашхабльского ДРСУ. В цели повышения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог выполнены следующие работы выполнены на сегодняшний день. Содержание действующих средств автомобильных дорог по следующим направлениям. Уборка различных предметов и мусора протяженностью 1478 километров прохода. На первый квартал выполнены работы по ямочному ремонту. На сегодняшний день на асфальтобетонных покрытиях 530 квадратных метров. Это 62 тонны асфальтобетона. Вырубка кустарников и подлеска вручную. Валка деревьев, обрезка пораженных крон деревьев. Ремонт укрепления обочин на 3150 метров квадратных. Содержание искусственных сооружений. Очистка полос безопасности железобетонного барьерного ограждения в полном объеме, очищенной от порослей. В соответствии с проектами организации дорожного движения введены замены щитков дорожных знаков в количестве 243 штуки.
Замена пластиковых сигнальных столбиков в количестве 201 штук. Идет подготовка дорожного покрытия для нанесения дорожной разметки на поверхности покрытия общей протяженности 165 километров. В рамках заседания был рассмотрен вопрос о взыскании штрафа в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения за 2022 год и первый квартал текущего года. По данной теме выступила ведущий судебный пристав, исполнитель районного отделения судебных приставов Фатима Рзаева. Анализируя работу Качкарского районного отделения судебных приставов за первый квартал 2023 года и в целом за 2022 год, хочу сказать, что на исполнении находилось 8923 исполнительных производств взыскания административных штрафов в области дорожного движения на сумму 6 623 000 рублей. В том числе постановление судебных органов так называемых пьяных штрафов 137 исполнительных производств на сумму 4 317 000 рублей. За 12 месяцев 2022 года возбуждено 5146 исполнительных производств на сумму 3 953 000 рублей. В том числе постановление судебных органов 80 исполнительных производств на сумму 2 400 000 рублей. В результате принятия мер окончено и прекращено 5463 исполнительных производств на сумму 3 745 000 рублей. Постановление судебных органов 68 на сумму 2 040 000 рублей. Фактическим исполнением, то есть взысканием суммы штрафа 4300 исполнительных производств на сумму 3 745 000 рублей. На сумму 2 665 000 рублей. В том числе постановление судебных органов 37 исполнительных производств на сумму 1 110 000 рублей. За первый квартал 2023 года возбуждено 1238 исполнительных производств на сумму 901 тысяча. Из них судебных органов 13 исполнительных производств на сумму 390 тысяч рублей. А в результате исполнения окончено и прекращено за первый квартал 2023 года 935 исполнительных производств на сумму 527 тысяч рублей. Постановление судебных органов 8 исполнительных производств на сумму 240 тысяч рублей. Остаток на сегодняшний день составляет 1011 исполнительных производств на сумму 2 527 тысяч рублей. Из них судебных органов, то есть пьяных штрафов, 60 исполнительных производств на сумму 1 800 000 рублей. В отношении 57 должников вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Также в рамках 50 производств изучено имущественное положение, обращено взыскание на денежные средства и на имущество должника. Также хочу сказать, что указанные направления находятся на особом контроле у руководителя и управления Федеральной службы судебных приставов. И ведется вся работа по взысканию штрафов, особенно в отношении пьяных штрафов. По четвертому вопросу повестки дня, проводимой работе с населением о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления, рассказали заместитель главы аула Хоц и глава Волинского сельского поселения. По итогам заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения вынесены решения, поставлены задачи, установлены сроки исполнения. На очередном заседании антинаркотической комиссии определили круг наиболее важных вопросов, требующих совместного решения. В продолжении темы наш следующий сюжет. В администрации состоялось заседание района антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту под председательством главы муниципалитета Заура Хамирзова. В ходе заседания было рассмотрено три вопроса. С анализом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории района за 2022 год и первый квартал текущего года, выступил начальник отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Адам Афашагов. Докладчикам было отмечено, что за прошлый год в межмуниципальном отделе по линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 11 преступлений. Раскрываемость составила 100%. За 2022 год из незаконного оборота всего изъято 689
грамм наркотических средств. Из них 138 грамм наркотического средства марихуаны и 0,955 грамм синтетического наркотического средства апрелидин, так называемая соль. 550 грамм наркосодержащего растения конопля. Всего выявлено 39 административных правонарушений по линии нормы. Из них 30 правонарушений по статье 6.9 КОАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача». 2 правонарушения по статье 6.9.1 КОАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики профилактических мероприятий, лечения наркомании или социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача». 5 правонарушений по части 1 статьи 6.8 КОАП РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Правонарушение по статье 10.5.1 КОАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества». Таких правонарушений 2 было. За истекший период 2023 года направлено в суд одно уголовное дело по части 1 статьи 228 прим. 1 УК РФ АППГ одно преступление, то есть незаконный сбыт наркотиков. Из незаконного оборота за 3 месяца, за текущий период 2023 года изъято 3 грамма наркотического вещества марихуаны. В этом году всего выявлено 18 административных правонарушений по статье 6.9 УК РФ. С информацией о наркоситуации, сложившейся в районе, выступил главный врач Центральной районной больницы Заурбий Хашев. В Кашкарском районе на начало 2023 года на учете у врача-психиатра-нарколога состоялось синдром зависимости от наркотических средств 4 человека. В первом квартале текущего года снят один человек с выздоровлением, осталось 3 человека. Это взрослые мужчины, жители района, несовершеннолетних и женщин среди них нет. Употребляющих несовершеннолетних, повторяюсь, у врача-психиатра-нарколога на учете нет. Отравление наркотическими средствами, психотропными веществами за истекший период 23 года и 2022 года зарегистрировано не было. Наркологический кабинет ежеквартально проводит с органами внутренних дел сверки данных о лицах, состоящих на учете или имевших привод по поводу как правонарушения, так и фактов употребления наркотических средств, совершивших правонарушения в связи с употреблением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и состоящих на учете по поводу немедицинского употребления наркотических средств, совершивших правонарушения не было. Врач-психиатр-нарколог осуществляет выявление наркологических заболеваний, медицинское свидетельство осуществляет на состояние опьянения, диспансерное наблюдение. При необходимости направляет пациентов на госпитализацию в наркологический диспансер для оказания медицинских помощи в условиях стационара. В ЦРБ имеется необходимое оборудование для проведения медицинского свидетельствования на состояние опьянения и употребления наркотиков в точном, в полном соответствии с перечнем и требованиями порядка оказания данной помощи. В процессе обсуждения особое внимание членов комиссии было сосредоточено на формировании негативного отношения молодежи к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, мотивации и созданию условий к ведению здорового образа жизни. По третьему вопросу повестки дня о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками доложили главы Игнатьевского и Герухайского сельских поселений. На заседании было отмечено, что необходимо продолжить профилактическую работу в молодежной и подростковой среде. Для положительного результата необходимо объединение усилий органов профилактики, здравоохранения, полиции и органов местного самоуправления. В Нетербовском поселении прошел ряд спортивных мероприятий на приз главы сельского поселения. Соревнования состоялись по таким видам спорта, как волейбол, теннис и бокс. Прошедшая неделя в Нетербовском сельском поселении ознаменовалась чередой спортивных событий. В хуторе Казино-Кужурском в новом спортивном зале прошли первые соревнования на приз главы поселения. Строительство спортивного зала завершилось в конце прошлого года, а в марте уже в нем прошли первые соревнования. Совсем недавно, после Нового года, ввели в эксплуатацию замечательный спортивный зал. Об этом наши хуторяне мечтали более 20 лет. Вот, наконец-таки, мечта их сбылась. И наша мечта, и мечта их родителей, мечта детей, мечта педагогов. Построен такой замечательный зал спортивный по федеральной программе комплексное развитие сельских территорий. Сегодня мы проводим первое такое масштабное
соревнования. Сегодня у нас принимают участие жители хутора Козино-Кужорского, те, которые уже выучились в школе, которые учатся в других заведениях, студенты, просто жители хутора. Естественно, приехала я как глава поселения не с пустыми руками, привезла им благодарственные письма, кубки, медали, ну и небольшие подарки самой школе в виде волейбольных, баскетбольных мячей и ракеток для настольного тенниса. Всем желаю спортивных побед, ну и будем сегодня болеть. Сразиться в волейбольных баталиях пришли команда учителей школы номер 12 против команды студентов хутора Козино-Кужорский. Несмотря на дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества. Никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна. Борьба на поле с первых минут до финального свистка носила бескомпромиссный характер. Команды были настроены по-боевому и показали сплоченность и стремление к победе. В результате игры всем спортсменам были вручены памятные подарки, а победители были награждены кубками, грамотами и медалями. Все участники мероприятия получили заряд бодрости и море положительных эмоций. Очередное спортивное мероприятие состоялось в селе Натырбово. Здесь прошел турнир по боксу на приз главы поселения. В мероприятии приняли участие боксеры из аулов Ходз, Бличипсин, Кашихабль и села Натырбово. Турнир собрал много зрителей. Поболеть за юных боксеров пришли их родственники, ученики местных школ и просто жители района. Перед началом боев с приветственным словом выступила глава сельского поселения Наталья Косицына. Она пожелала спортсменам удачи в боях. Сегодня проводим турнир по боксу. Наше село с давних времен славится боксерами. Славится семьей Батырбиевых, тренеров наших. Вижу много знакомых ребят, наших местных ребят. Вижу гостей, мы вам очень рады. Надеюсь на дружескую, хорошую, жаркую борьбу. Ну, пусть победит, наверное, сильнейший, а мы с вами, болельщики, будем болеть. Сегодняшний турнир, он носит название на приз главы поселения, ну, может быть, это громко сказано, ну, попробуем первый раз, я думаю, что нам понравится, и будем это проводить еще и еще. У нас есть футбол, у нас есть настольный теннис, у нас много спортивных мероприятий, поэтому у нас с вами еще все впереди. Самое главное – здоровый образ жизни и крепкое здоровье. В общем, вам всем желаем победы и за вас болеем. Спортсмены показали настоящий характер, и почти каждая схватка держала в напряжении зрителей турнира. По итогам соревнований все участники состязаний были награждены грамотами, медалями и кубками. Хочу выразить благодарность главе сельского поселения Натырбово Наталье за такой красивый организованный турнир, за призы. Море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт – вот чем наградило спортивное мероприятие всех своих участников и болельщиков. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.